Здравствуйте, ребята! С вами Надежда Николаевна. Добро пожаловать на канал Баба Надя. Читаем сказку «Добрый поп». Жил-был поп. Нанял себе работника, привел его домой. «Ну, работник, служи хорошенько, я тебя не оставлю». Пожил работник с неделю, настал сенокос. «Ну, Свет, — говорит поп, — Бог даст, перекочуем благополучно, дождемся утра и пойдем завтра косить сено». «Хорошо, батюшка». Дождались они утра, встали рано. Поп и говорит попадье: «Давай-ка нам, матка, завтракать, мы пойдем на поле косить сено». Попадья собрала на стол, сели они вдвоем и позавтракали порядком. Поп говорит работнику: «Давай, Свет, мы и пообедаем за один раз, и будем косить порядком». Поп говорит работнику: «Как вам угодно, батюшка, пожалуй, и пообедаем. Подавай, матка, на стол обедать», — приказал поп жене. Она подала им и обедать. Они по ложке, по другой хлебнули и сыты. Поп говорит работнику: «Давай, Свет, за одним столом и пополуднаем, и будем косить до самого ужина». «Как вам угодно, батюшка, полудновать так полудновать». Попадья подала на стол полдник. Они опять хлебнули по ложке по другой и сыты. «Заравно, Свет, — говорит поп работнику, — давай заодно и поужинаем, а заночуем на поле, завтра раньше на работу поспеем». «Давай, батюшка». Попадья подала им ужинать. Они хлебнули раз-два и встали из-за стола. Работник схватил свой армяк и собирается вон. «Куда ты, Свет? — спрашивает поп. — Как куда? Сами вы, батюшка, знаете, что после ужина надо спать ложиться». Пошел в сарай и проспал до света. С тех пор перестал поп угощать работника один раз завтраком, обедом, полдником и ужином.